Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о заработке, который в интернете, который называется «Автозаработок 2017». 2017 год уже уходит в прошлое, но заработки как были, так и остаются. За 2 месяца по данной системе мной заработано 157 тысяч рублей. Никаких бинарных опционов, никаких рефералов, никаких рассылок я не делала. Я запустила систему и начала зарабатывать. Сколько заработок средний составляет? Где-то 2500 в день. Часть денег чистыми выходит больше, часть денег запускается в оборот 500-600 рублей, а остальные остаются на счету. Что нужно сделать? Нужно скачать программу, запустить скрипт, то есть настроить один раз, и достаточно будет 15-20 минут для того, чтобы зарабатывать, следить просто за тем, чтобы система работала исправно. Сайт этот с правом перепродажи, поэтому если вам что-то не понравится, вы можете его всегда продать. Но я надеюсь, что все у вас получится. Так, что вам еще рассказать? Если у вас нет опыта работы, то вам достаточно будет один вечер для настроек. Вот это денежки, которые я сегодня вывела, 10 тысяч. Я не буду пересчитывать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 8 9, где-то просчиталось, 10 должно быть. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 110 и здесь 47. Вот эта сумма заработана за 2 месяца. Я обычная домохозяйка, как бы училась зарабатывать в интернете по курсам по заработку. Некоторые курсы попадались абсолютные пустышки, в каких-то действительно полезная информация, но так, чтобы вот на 100% рабочего системы я не нашла, но познакомилась со многими сервисами, научилась делать некоторые вещи, которые раньше даже не подозревала, как делаются. Ну и, собственно, все это изложила в видеороликах, в коротких учебных материалах, которые достаточно будет посмотреть внимательно, повторить. Если что-то непонятно, можно нажать на паузу, пересмотреть все настроечки. Все в видеоформате. Все ссылки, которые вам понадобятся, даны. То есть вы можете запустить свой скрипт по заработку и зарабатывать примерно такие же деньги. Можно запустить несколько скриптов. Это на ваше усмотрение. Если у вас есть время, если вы занимаетесь рассылками и у вас есть подписная база, то вам практически не нужны будут вложения. Если вы, у вас нет подписной базы, и я, например, рассылки не делаю, потому что базу собирать — это дело хлопотное. Покупные базы пустышки или уже выжатые такие, что люди не хотят подписываться. А рассылки все-таки занимают достаточно много времени. Поэтому, если вы хотите зарабатывать, пусть немного, но в принципе для кого-то 2500 в день, я считаю, что вполне нормальные деньги. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, скачивайте скрипт, зарабатывайте. Всем удачи!